искусства и производства. В минувшие выходные в Тобольске побывали народные артисты России Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Актеры примерили каски, но не для новой роли. В духовной столице проходил совместный фестиваль Столичного театра наций и Сибура в рамках проекта «Формула хороших дел». Я очарован вашим городом. Я, конечно же, еще не все посмотрел, там, где меня водили, может, это специально такие несколько мест в нашем городе. Но, честно говоря, не думаю, потому что мне были интересные закоулки, и Кремль потрясающий, и вообще очень чистый, красивый. У именитых гостей была насыщенная программа. Сначала актеры посетили промышленную площадку, а после сыграли благотворительный спектакль на сцене Тобольского драматического театра. В воскресенье прошел показ фильма и творческая встреча. Когда у человека есть смысл жизни, и он видит его вот в конкретном воплощении чужой жизни, например, потому что когда ты приходишь в больницу волонтерить, занимаешься с детьми, а потом эти дети выздоравливают, и ты видишь, что ты причастен к этому, какое осязаемое ощущение осмысленности твоего земного существования. Оба актера занимаются благотворительностью. Чулпан Хаматова – учредитель фонда «Подари жизнь», где помогают детям с онкологическими заболеваниями, а Евгений Миронов – один из основателей фонда «Артист».